Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Сегодня в Кызыле прошел первый республиканский чемпионат лично-командного первенства по юношескому автомногоборью среди школьников и студентов. Как отмечают организаторы мероприятия, соревнования проводятся в первую очередь для профилактики ДТП и для закрепления знаний правил дорожного движения. Изучение правил и навыков вождения в школе позволяет легче сдать испытания на получение водительского удостоверения в будущем, отмечают дорожные полицейские. На мониторе в данном случае отображается фамилия, имя участника, и количество от отвеченных им вопросов. В данном случае 20 вопросов отвечено. И, соответственно, зелеными отмечены те вопросы, которые он ответил правильно, а красные – это где была допущена ошибка. То есть, согласно положению о проведении конкурса, подсчет идет по количеству правильных вариантов ответа. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, прошедшие обучение в юношеских автошколах. Госавтоинспекторы проверяют их на знание правил дорожного движения, умение оказывать первую медицинскую помощь. По данному чемпионату проводится проверка знаний на правила дорожного движения. То есть здесь система как бы идет, программа настроена таким образом, что работают по количеству правильных набранных ответов. То есть сколько как бы кандидат или, так скажем, участник набрал правильных ответов, собственно говоря, столько ему и присваивается число баллов в зависимости от предписанных положений. Если там участник набирает, значит, подряд делает две ошибки, то ему присваивается определенная сумма штрафных баллов. Ну и, соответственно, за каждую допущенную ошибку присваивается сумма штрафных баллов. Далее будущие водители соревнуются в фигурном вождении автомобиля. Соревновательная площадка организована на одной из центральных площадей города. Также они покажут знания правил дорожного движения, навыки смены запасного колеса автомобиля. Соревнование – это скоростное маневрирование, в ходе которого выявляется проверка знаний вождения как на скорость, так и на качество, можно сказать, качество движения, то есть участник не должен во время движения сбивать фишки, заезжать за линии упражнений, а также выполнить все это в ограниченное время, то есть не более 5 минут. Напомним, победители регионального этапа соревнований по автомногоборью будут защищать честь республики на финальном всероссийском первенстве, который пройдет в городе Екатеринбург с 22 по 27 апреля 2019 года. В Туве резко потеплело. Сегодня утром температура воздуха в Кызыле прогрелась до минус 25 градусов. Специалисты Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают об опасности схода лавин в горных районах Западного, Восточного Саян и Кузнецкого Алатау, сообщается на официальном портале Республиканского управления МЧС. Существует риск схода снежных лавин в Барункемческом районе на участке автодороги А-161 перевал Сотый. Также имеется риск травматизма туристов и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта в горной местности на территории Тоджинского, Каахемского, Тандинского, Чедыхольского, Байтагинского и Мангунтаинского районов, говорится в сообщении. МЧС рекомендует не выходить на горно-лыжные и альпинистские маршруты на лавиноопасных участках в ближайшие несколько дней. Владимир Путин призвал индексировать пенсию и денежные выплаты сверхпрожиточного минимума. Об этом он сказал в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию. Президент отметил, что сначала государство должно довести пенсию человека до величины прожиточного минимума, если она от него отстает, а уже потом индексировать. Причем такой перерасчет пенсии нужно сделать и за первый месяц этого года. Он пояснил, что многие пенсионеры не ощутили индексации пенсии с начала года из-за того, что они низкие, меньше или чуть больше прожиточного минимума.
За 2018 год банки увеличили кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства Тувы в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. Предприниматели и юридические лица этой категории региона получили кредитов на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Причиной активности бизнеса стали более привлекательные условия кредитования. Среднеизвешенная процентная ставка в 2018 году составила 15,6%. Кроме того, банки упростили процедуру рассмотрения кредитной заявки от бизнеса. Требования к заемщикам стали менее жесткими. Поэтому субъекты малого и среднего предпринимательства получили больше возможностей, чтобы получить оборотные средства за счет кредитов, комментирует ситуацию управляющий отделением Национальным банком по региону Олег Удумбара. Всего по итогам 2018 года бизнес региона получил в банках кредитов на сумму более 6,5 миллиардов рублей. Это на 13% больше, чем в 2017 году. И о курсах валют. Доллар 65 рублей 86 копеек, евро 74 рубля 68 копеек. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. Вечер, праздник, стол, бокал, гости, песни, шум, вокал, дверь, прощание, домой, ключ, машина, ехать, стой. Водитель, помни, по статистике, за последние 10 месяцев 2018 года на территории республики совершено 103 автоаварии по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Не садись пьяным за руль. Алкоголь и автомобиль несовместимы. Цена такой ошибки – жизнь. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажирской «Газели». Сегодня около 8 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии – опрокидывании транспортного средства. Предварительно установлено, что водитель Nissan Bluebird, выезжая с парковочного места, не пропустил пассажирскую «Газель». После столкновения маршрутное такси опрокинулось на бок. В результате ДТП в медучреждение доставлена пассажир иномарки – женщина в возрасте 50 лет. Установлено, что в момент аварии в салоне пассажирской «Газели» находилась 4 пассажира и кондуктор. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. В Барунхемчикском районе на посту АК в очередной раз пресечена попытка незаконного провоза спиртосодержащей жидкости. С начала года сотрудниками госавтоинспекции выявлено 34 факта незаконного оборота безакцизной и нелицензированной спиртосодержащей продукции общим объемом более 3500 литров. Накануне сотрудники ГИБДД выявили очередной факт незаконной перевозки спиртосодержащей жидкости. 19 февраля на стационарном посту ДПС АК госавтоинспекторами была для проверки остановлена Toyota Corona Premium под управлением уроженки села Хандыгайты. В ходе досмотра полицейские обнаружили 28 емкостей со спиртосодержащей жидкостью. Объем безакцизной и нелицензированной продукции составил 280 литров. Водитель авто пояснила, что все принадлежит пассажиру, 28-летнему жителю города Ак-Довурак. Водитель и пассажир транспортного средства доставлены в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Спиртосодержащая жидкость изъята и направлена на исследование. По данному факту усматриваются признаки состава преступления: незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Военизированная игра «Семеро отважных», посвященная Дню защитника Отечества. В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященного Дню защитника Отечества и 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сегодня на базе Тувинского кадетского корпуса состоялась республиканская военизированная игра «Семеро отважных» среди военно-патриотических клубов объединений и юнармейских отрядов республики. Целью игры является воспитание чувства патриотизма, духовных, нравственных и физических качеств у подрастающего поколения, их подготовки к служению Отечеству. Седьмого февраля в республике стартовал месячник по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в рамках которого специалисты регионального сосудистого центра провели ряд мероприятий по обучению медицинского персонала. Современные технологии и опыт сотрудников центра позволяют вернуть к полноценной жизни даже самых тяжелых пациентов. Главное – вовремя распознать признаки инсульта или инфаркта и быстро доставить больного в специализированное учреждение. Вопросы профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы врачи обсудили в ходе выездного мероприятия в поликлинике поселка городского типа Кахем. Врач-методист рассказала коллегам о базисной терапии инсульта, а ее коллега поделилась опытом ухода за больными с тяжелыми формами болезней системы кровообращения. В мероприятии приняло участие большое количество слушателей. Это и участковые врачи, и фельдшеры, и медицинские сестры, каждый из которых смог узнать что-то новое или освежить в памяти полученные ранее знания и навыки. В течение февраля специалисты регионального сосудистого центра планируют выехать в отдельные фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории Кызыльского района. Профессиональный джазовый оркестр «Тува Джаз Бэнд» выступит в рамках универсиады в Красноярске, сообщил глава Тувы Шалбан Караул на своей странице в соцсетях. Цитата. «Номер ребята подготовили и правда необычные. Костюмированное ледовое шоу на мотивы шага буддийского Нового года. Не припомню, по крайней мере, оркестр на коньках», говорится в сообщении. При этом глава республики не уточнил, на открытии или закрытии универсиады будут выступать музыканты. Он отметил, что номер тувинских джазовых музыкантов в ходе визита в республику оценил известный российский джазмен Игорь Бутман. Напомним, универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. По республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег. Днем без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 25 до минус 27. Днем от минус 11 до минус 13. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.